Итак, здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, канал Ютуба, зрители, слушатели, читатели. Начнем с того, что мой старый ролик двухгодичной давности вы можете найти на канале. Он датирован где-то октябрем-ноябрем 2013 года, в котором я вам излагал некие планы на будущее, плюс обстановку на тот момент. С тех пор воды у нас утекло очень много, прошло очень много глобальных изменений произошло. Может быть хороших, может быть не очень. Начиная от Майдана, заканчивая гибридной войной России, и прочими прелестями жизни. Так получилось, что с момента моей записи прошлого ролика, условно можно сказать, что каждые полгода я менял свое место жительства. Донецк, Киев, Сиэтл, а теперь Днепропетровск. Каждое следующее место моего проживания – это был некий челлендж, который упал на голову крайне внезапно, скажем так. И я думаю, что с этими вызовами, я что ли справился. Почему? Потому что на данный момент я iOS-девелопер, как и хотел 2 года назад. Я болтаюсь между Junior Plus и Middle, это уровень моего развития. У меня очень неплохие перспективы на будущее, а моя поездка в Штаты и там небольшое проживание дали хорошего волшебного пендаля для прокачивания своего скилла в качестве разработчика. И я очень надеюсь, что через 2-3 года я все-таки попаду в претенденты на H1, или же, как вариант, еще есть прекрасная страна Канада, в которой все крупные IT-компании американские пооткрывали свои представительства, офисы, и туда попасть, судя по слухам, чуть легче. А теперь касательно YouTube-канала. Михаил, ваш канал это, как я выразился ранее, это хороший пендаль. На своем примере и примере своих учеников вы показываете то, что в современном мире, слава богу, тебе доступно практически все. Единственное, что для этого нужно поднять свою задницу с дивана и делать некие телодвижения. Учить английский, учить языки программирования или же тестирование на ваше усмотрение, что вам больше нравится, что вам по душе. Поэтому я рекомендую всем не бояться каких-то изменений глобальных. У меня они произошли. Произошли, я считаю, удачно, и я, наверное, только этому рад. Да, стабильная работа, семья, дом, кирпичи личные – это, конечно, хорошо. Но если вы хотите чего-то большего, чего-то более прекрасного, друзья, Америка вас ждет. Мои 5 месяцев пребывания в Сиэтле и его окрестностях убедили меня в том, что нужно пробовать, нужно искать, нужно не стоять на месте. А на закуску вам небольшой таймлапсик из окна моего рабочего кабинета. Всем спасибо, до свидания.